Всем привет! Сегодня 13 сентября 2022 года. 5:45. Славянск. Очень пасмурно. Всю ночь лил дождяра. Ну, может, не совсем всю ночь, но вечером сильный был. Сейчас очень темно. Снимать. Вот набрал немного воды. Потому что в кране воды пока нет. Думаю, наберу, пока возможность есть. Неизвестно, когда дадут. Вечером выключали свет. Часа на два. Поэтому только проснулся, смотрю. Вроде дали, все хорошо. Удастся, думаю, ролик может загрузить. Потому что вчера утром свет вроде как и дали, ночью, а интернета не было. Оптоволоконного 4G интернет пропал. Под утро сейчас тихо, очень безветренно, даже более-менее тепло, хоть и сыро. Вчера ночь началась шумно уже с самого начала. Где-то сразу после 10, ну, может быть, в 22 там, с минутами, сразу один за одним несколько сильных бахов. Я не могу сказать, 4, 5 или 6, вот так просто начали раз за разом, бах, бах, бах. Сразу куча людей сразу стали писать с разных районов, что все слышат. У всех бахает. Потом началась еще ж дождяра, все гремит. Ну, поэтому утро наступит, все, скорее всего, узнаем, что там было. Каждый день это продолжается. Но будем надеяться, что когда-то это все-таки закончится. Поэтому желаю хорошего дня. Будем ждать новостей после 8 утра. Всем пока.